Минометы у меня, и ловчие вас больше не побеспокоят. Спасибо. Теперь мы защитим наш лагерь. Вот твоя плата. Меня зовут Данур. Извини, что не представился раньше. Тебя можно понять. Так вы собиратели? Тоже из людей Керуфа? Да, именно. И вы собираете детали, чтобы сделать броню здесь? Наш лидер Варант одержим запретным Западом. Собирал о нем всю информацию, какую мог. И он решил, что нужные для брони детали есть в этих джунглях. А Тенактон не подумал? Или о машинах? Думал, нас это не коснется. Но несколько дней назад мы наткнулись на Громозева. Варен сумел увести его от лагеря, но не вернулся. Так что он пропал, а у нас даже нет чертежей его брони. Они в сундуке, но он заперт. Может, ты найдешь Варанда? Даже если обнаружишь лишь его останки, ключ от сундука будет при нем. Могу поискать. А ты позаботься о своих людях. Хорошо. Вот. Все, что тебе нужно знать в этом контракте. Ему пришлось, ведь никто другой не решился. Так что он в своем праве. Согласно контракту Данура, здесь они наткнулись на Громозева. И Варант сумел его отвлечь. Посмотрим, найдет ли что-то Визор. Вон там, следы. Думаю, Варанда. Сломанные деревья. Громозев ломился через джунгли, преследуя одного Азерам. Варант правильно сделал, ведя Громозева в противоположную от лагеря сторону. Иначе он мог перебить всю команду. Громозеву пришлось погоняться за Варантом. Но вечно он убегает с ним. Громозев и Варант. Видимо, это все, что он убегает. Для Данура. Стоит осмотреть тело Варанда.
Ключа нет. Но он должен быть где-то здесь. Может, визор его найдет. Следы когтей. Слишком мелкие для громозела. Видимо, Варен сбил это с Громозева во время боя. Ой-ой, кажется, здесь машины. Ах, только бы дисконер был заряжен. Зубоскалы! Залезть на водопад, посмотреть, осталось ли что-нибудь. Видимо, бой с едохлёстом в котле вызвал обвал. Впрочем, ничего ценного здесь не осталось. Нужно залезть на водопад. Проверить, не оставили ли там чего зубоскалы. Груда хлама. Посмотрим, не найдется ли ключ. Ага, вот и он. Ключ есть, можно уходить. Плохо планирует.
это Данур решил, что может решать за всех нас? Ему пришлось, ведь никто другой не решил. Я нашла ключ Варенда. Значит, он мертв. Хороший был человек. По крайней мере, он всех спас. Будем надеяться, ключ поможет нам почтить его память. Это карта с отметками мест с трофеями. Я был прав. Он хотел, чтобы мы закончили то, что он начал. Закончили броню. Но люди изранены и измотаны. Я не могу просить их об этом. У тебя найдется время еще на несколько контрактов? Что я должна сделать? Варант отметил берег, который мы раньше осматривали. Думаю, я знаю, что он искал. Бегемотов и усиляющих их клинорылов. Детали бегемотов сделают нашу броню крепчайшей. Попробую помочь. Нужны детали? У меня есть. Хочешь продать? Я куплю. Ничего не присмотрела, да? Пляж, о котором говорил Данур, где-то рядом. Бегемот. Как Данур и говорил. Нужно разобраться с ним, когда его будут усиливать клинорылы. Но хорошо бы потрепать его заранее. Тогда будет проще. Они усилили бегемота. Пора его вырубить. Thank you.
выселит его снова. Для Данура. Отлично. Некуда класть. Положу в хранилище. Вода в обуви. Я разобралась с тем бегемотом. Это прекрасно дополнит броню Варанда. Он будет нами гордиться. Рассказывай. Варанд отметил на карте бухту. Судя по всему, он что-то искал под водой. Нужно, чтобы ты нашла то, что он искал, и доставила сюда. Может, попробую поискать. Мне пора идти. Удачи.
Благодаря рыжеволосому. Руины. Если там есть полезные реликвии, мой визор должен их обнаружить. Нужно быть осторожным со всеми этими мишенями. Пойдет. Thank you.
Вот Данур обрадуется. Здесь нужно электричество. Это для Данура. Еще реликвии, и я собрала достаточно реликвий. Отнесу их Данилу. Погнали!
Это мятежники. Дану в беде. Они меня видят. Я хочу. Чтобы не побежала помощь! Покажи, на что ты способна! Это мятежники. Дану в беде. Очень вовремя. Рад тебя видеть, Элой. Эти Тенакт появились из ниоткуда. Благодарю за помощь. Рада помочь. Я нашла то, что искал Варент под водой. Откуда-то он узнал, что там есть древние руины. Я взяла, что смогла. Видно, подсказали столь любимые им байки. Жаль, он так и не увидел руины. Вот твоя плата. Трофеи пойдут на создание брони, о которой мечтал Варент. Что ж, пора приступать к броне. Точно. Что-то не так? На обратной стороне карты я нашел послание Варенда. Там написано: «Позаботься о них, Данур». Человек, у которого всегда был план, оставил меня за главного. И это плохо? Временами я едва понимаю, что делаю. О чем он думал? Насколько я вижу, ты весьма неплохо со всем справляешься. Ну, в общем, мы смогли продержаться. И теперь я сделаю все, чтобы наши усилия были вознаграждены. Если вдруг вернешься в свет пустоши, приходи в наш главный лагерь. Скорее всего, броня уже будет готова. Увидишь, как я возьму приз Керуфа. Может, приду. Данур всерьез подошел к своим обязанностям. Молодец.